Хейл гейс, с вами Шимки, и мы продолжаем проходить игруху под названием Соль и Святилище. Так, короче, теперь мне плевать, мы бежим с вами наверх. Там наверх, наверх. И посмотрим, что там будет. У меня, если что, 9 хилок. Ага, здесь оказывается ничего. Так, новые враги, точно. Блин, давайте потом, когда более тихое место зайду. А, замечу, теперь у меня забирается... Ого. Стамина за использование. Ну, вообще, за прыжок. Это плохо. Так, хорошо, у нас получается дорожка здесь, да? Здесь дорожка есть наверх. И внизу черный рыцарь у нас был. Не, души мне много дают на самом-то деле. Побегу я прямо. Здесь у нас святилище. Святилище мы отдыхаем. И походу здесь у нас сейчас будет с вами битва. Как говорил тот рыцарь, где-то здесь типа замок и дракон. Логично понять, что где-то здесь рядышком должен быть дракончик. Дракон, скорее всего, здесь будет наверху. Но мы забираем то, что мне нужно. Спускаемся вниз. Я хочу узнать, что... А что здесь? А здесь у нас ничего. Здесь у нас просто спуск вниз. Ага, то есть сейчас враги все восстановились. Круто. Или нет? Или да? Да. Нет. Или да? Нет, не восстановились. Все, тогда нормально. Мы же тут мага убили, поэтому все нормально. Если он вообще тут был. Тогда поднимаемся просто наверх. Мне кажется, начинается битва. Да? Крейкан змей. Да, начинается битва. Ага. Не. Дракон на самом деле... Пока я пью. Изи. Босс на самом деле изи. Ребят, берите, короче, благословение вот этой богини. Как вы видите... 16 тысяч! Да, я крут. А это куда проход? А это куда проход? О, привет. Чего я здесь сижу? Я лучшая воровка во всем 8 королевств. Да, только что может вор против дракона. Джалы против змеиной чешуи. Нет уж. Вот я и сижу. Если что... Ты убил дракона? Раз ты управился с таким жутким тварями, глядишь, и у меня получится. Прими это клеймо. Придется потерпеть, но поверь, это не займет инструмент, чтобы вора. Что? Клеймо? Новое клеймо? Клеймо теней. В глубине этого острова спрятано сокровище, и я его добуду. Вот увидишь. Так. И что мне это клеймо дает? Вопрос. Вопрос на миллион, ребят. Так, давайте бестиарий посмотрим. У нас как раз здесь тишина. Ту-тун-тун-тун-тун. А если я возьму два клика сразу? Ага, успевай, хорошо. Придворный заклинатель. Воплощение утомлений бывшего советника Джарита. Короле... Так, короля штормов. Предваренный заклинатель, так, прекрасно владение магическим искусством и, так, и магией управляет чужими умами. Латный страж,
Огромные, одетые в тяжелую броню страж башни. Джаред, короля штормов, приказал своим придворным заклинателям создать этих громил и самых придворных ему стражников. Каким колдовством это удалось добиться, неизвестно, но это явно было что-то пассивное, обычное, ну, посильнее обычной магии. Так, Крейкан Змей. Большой змей крейканской происхождения, змеи, ящеры и драконы прежде населяли горы Маркдора. Но источники и ученые считают, что их эра давно закончилась, когда последнее чудовище когда последних чудовищ перебили храбрый дорский воин. Так. Опа, угли череп. Образец примитивных воскресшей магии, в сущности угли череп. Это пламя превращает в плоть, и можно давать простые указания при помощи колдовских обрядов, но по-настоящему мыслить они не способны. Так, фальшивый шут. Кажись, я еще кого-то потерял. Так, переключаюсь на единичную. Я потерял чувачка, который кидает в вот. Заключенный. Узник красного зала клеток. А, не, я это читал, все. Помнил. Так, а теперь давайте отсюда выбираться. Ну как, не выбираться, а идти прокачиваться. Ой. Так, стоять. Ой, я чуть так не запоролся. Тихо. Теперь мне нужно попытаться словить лифт, когда он поедет вниз. Так, все. Чтобы получить минимальный урон. Так, бежим наверх. Это сколько? Два уровня где-то. Где-то так. Слышь, вражина. Что? А не, увидел меня. Давай, им топор. Блин, зараза, зацепил. Так, давай, я его убью. Да давай, я уже понял. Трусь. Давай, я слабенький. Смотри, я даже к тебе спущусь, видишь? Что, в тебя картоху кинуть? Я не понимаю, почему он отходит. Что ты делаешь, дурак? Ладно. Ну, сам виноват. Так, хорошо. Там мои ребятишки. У меня как раз уже 19-ка. Душ. Так, спускаемся к приятелям. Отдыхаю. Повысить уровень. Ого, даже на 4 уровня. Нихера себе. Вот так босс. Так. Сделать подношение. Блин, хочу проводника поставить, но нельзя, уже максимум. Древо навыков, поехали. Так. Так. Здесь не вариант это прокачивать. Ну, просто вкачай именно здесь. Пускай будет. Тык-тык-тык. Сюда, вниз. Кстати, зелье я прокачал. Все, значит, хорошо. Зелье прокачал, значит, хорошо. Так, урон. У меня еще есть одна. Великолепно. Еще есть одна.
Так, все, да? Готово. Денег у меня до хера и достаточно. О деньгах вообще можно даже не думать теперь. А, врагов мне даже... Ой, он заранее стреляет. Нихера себе. Нифига ты меня удивил. А, черепки все-таки загорлись. Так, ну за этим мне придется все-таки спуститься за горшочком. Не хочу их агрить на себя. Довольно сильная вражина. Так, все, поднимаемся. А, стоять. Теперь спускаемся сюда. Спрыгиваем. Ух, ё-моё, забываю про нее. Прыгаем вниз. Так, колечко. Ага, великолепно. Ну ладно, не такие сильные последствия. А, так, оказывается, это он не меня увидел. Ну ладно. Мне все равно не приходится выбирать. Допустим, мы его грохнули. Там, где дракон, есть ли что-то? У нас есть дорога еще здесь. Так. И внизу еще есть сфера. Так. Ох, дамага. Дамага много. Значит, мне обязательно придется идти к тому внизу магу. Значит, и к воину тоже. Что? И хера себе. И давно я так мог. Так, ладно, не суть. Синее кольцо, я запомнил его вид. Так, стихии. Так, показывает местонахождение душ. Постепенно восстанавливает... Что? Здоровье! Показывает энергию и может сократить... Так, вдвойне замедлить процесс утомления при расходе концентрации. Повышает защиту против урона тьмы. Повышает количество сил... убитых, повышает защиту против урона от огня. Кольцо захвата. Давайте прочту, что у меня есть. Повышает количество соли, получаемых из убитых. У меня их два. Это круто. Это реально круто. Здесь из... Ладно. Так, здесь, да, была вражинка? Ага. То есть отсюда мне уже живым не выбраться. Не, чел, это не вариант. Я понимаю лишь одно. Чтобы попасть наверх, мне нужно, чтобы он меня туда запустил. Ну, он уже меня туда больше не запустит. Во-вторых, тут прохода нету. Вот что она мне дала. Нифига себе. Потрясающая херь. О, здорово. О, приветствуем. Так, что ты продаешь? Так, куплю.
Хотя нет, стоять. Нет, нет, нет. Фигня. Та же самая броня. Значит, покупаем. 5 штук тебя. И покупаем 4 штуки тебя. Уйти. Так. Наверх тут не залезть. Зато я могу открыть себе проход. Внизу есть проход? Или там просто обрыв? Обрыв, все. Великолепно, я теперь от стенки могу отскакивать. Seems good. Это круто. Теперь, допустим, чтобы не залазить, я могу от стенки вот так отскакивать и наверх забираться. Очередной босс. Она упорствует? Она хочет знать, что я такое? Ну, да. Пока они суются, словно букашки. Я есть. Пока они клянутся своим жалким башкам, идолам и ложным владыкам. Я есть. Пока они ведут свои мелкие войны, живут и умирают. По воле смертных, королей и подлецов я есть. Жрецы должны богов... Так, жрецы ложных богов склоняются передо мной. Короли великих и малых царств склоняются передо мной. Жизнь склоняется передо мной. Мир склоняется передо мной. Так, чувствую, если я вниз спущусь, я уже не поднимусь. Поэтому. Единственным вариантом, что мы сейчас делаем. Возвращаемся назад. Оттуда, где мы были. В этом мне поможет мой колокольчик. И нужно будет еще закупить их. А ну, кузнец, ты продаешь их? Блин, жаль. Мне нужно тут, кто их продает. Ведь предмет. Блин, здорово. Так, ты дермоед, иди в сраку вообще. Так, деяние. Хорошо, допустим. Сумка соли у нас здесь. Мешок соли. Подожди, там пишет, сколько соли? 1 к 11. 5, 20. Понятно. О. Ладно. Не так все-таки много. Повысить уровень. Да, повысить. Так, древо навыков. Да, вкачаем. Того у нас уже 29, 39 уровень. И отправляемся. Вопрос только куда. Мне нужно вниз. Либо мою, я могу туда уехать. Тоже как вариант. Смысл мне падать и получать урон, если я могу по-тихому спуститься и не получить урона. Вот так. Всё, это делается вот так. Теперь садимся, выезжаем, прыгиваем. Так. Пока он меня не видит. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Готов. Пляги у меня, в принципе, много, поэтому не стоит ее экономить. Так, опять он пропал.
А, отсюда на меня ничего не нападает. Тропинка вниз. Почему у меня плохое предчувствие? Так, арбалетчики. Чувствую, здесь будет у меня бой с боссом каким-то. Ага. Я вас понял, ребят. Здесь точно будет пахнуть боссом. Что это? Откуда мне это? Так, редкий опасный камень, добытый в горах. Продора пульсует так электрические энергии, используется на оружие, чтобы добыть... Короче, понял. Молния урон. Молния урон мне не нужен. И почему картошка опять поставилась? Вот гамнюк, он отходит. Ладно, на два удара. Окей, допустим. Так, идем вниз. Двое заклинателя. Опа, там что-то новенькое. Так. Давайте я все-таки картошку поставлю. Где она? Эй. Привет. Ох ты ж. Нихера себе. Это вражина. Долгие дороги вперед ничему хорошему не приводят на самом деле. А если меня убьет, я все равно сюда смогу вернуться. Поэтому давайте в эту сторону пойду. Святилище, замечу. Делать подношение, во-первых. Сразу его ставим. Так, древо навыков. Не хватает повысить уровень. На единичку, ладно, вкачаемся. Новое место, скорее всего, новый босс. Делать подношение. Так, древо навыков. Так. Хорошо, да. Так, переместиться. Довольно много здесь было локаций. Теперь главное их запомнить. Все, кто, где что. Так. Что-то новенькое. Что-то новенькое. Но щит будет полегче. Он хуже по статам. Да нахер, я туда больше не хочу идти. И что, тут серьезно ничего нету? Не может быть такого. Так, возвращаемся. Короче, лучше далеко не идти. Если что, в следующей серии пойдем налево.
Плюс я могу уже телепортироваться между этими пространствами. Так, святилище ж я поспал. Янтарная статуэтка. А. Великолепно. Ну, понятное дело, что я здесь я спущусь. Пойду заберу вещи. Сундучок. Сет. И далее сетик. А! Ха. Гроза. Великолепно. Не, то, что тут странники. Так, а я могу еще сюда пойти. Вот я. Ага, нет, тут тоже есть шмотка. Сосуд света. Сумки соли. Великолепно. Так, теперь отправляемся к нашему человечек наоборот. Я. Прикольно, прикольно. Так. Вместо пола потолок, и от шутка бывает прок. Крышка пол и скрип, петель, перевернется дверь. Так, здесь ничего. Это значит, сейчас я буду идти обратно. Я не смог перепрыгнуть. Класс. Классно, 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 классно. Но у меня теперь хилок, замечу, 9. Плюс банки, которые вообще почти не использую. Зачем они мне нужны? Ладно. С той стороны, походу, все-таки ничего нету. Хрустальный шар. Ага, тут все равно пути тоже нету. Как бы я не... У вас здесь есть что-то? Или нету? Непонятно. Так. Пока у нас есть время. Мы можем один раз сдохнуть, если что. В принципе, соль эту можно на двух больших рыцарях заработать. Как-то так. Ладно. Благословение. Пофигарили мы с вами вниз. Собака разрывается. Или давайте, наверное, на этом закончим, я думаю. И так далеко дошли. Ладно. Да, собаки аж разрываются. Закончим тогда на этом. В следующей серии мы с вами продолжим. Следовать сначала слева пойдем туда, может будет новый босс, я не знаю. Потом пойдем направо в те странные места. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.